Черноморские афалины занесены в Красную книгу. На черном рынке в России цена за одну особь может составлять более 3 миллионов рублей. Прикрываясь официальной деятельностью по добыче рыбы, члены одной из рыбопромысловых бригад побережья с помощью кефалевых ставных неводов незаконно ловили дельфинов. Благодаря слаженной работе сотрудников пограничного управления и краевой прокуратуры деятельность преступной группы была пресечена. В ходе проверок был установлен дельфинарий, куда привозили млекопитающих. При этом, как показалось, проверка дельфинария. На время курортного сезона его арендовали предприниматели из Ростовской области. Во время проверки там было обнаружено 3 дельфина. Владелец не смог предоставить на них комплект документов. Пережившие браконьерский лов и транспортировку афалины находились в плачевном состоянии. Была проведена целая операция по спасению больных дельфинов. Сейчас животным ничего не угрожает. Они переданы в дельфинарий «Морская звезда», где им обеспечен уход и содержание. По факту незаконной добычи морских млекопитающих возбуждено уголовное дело, а браконьерам может грозить до 5 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Следствие продолжается, а расследование взято на особый контроль прокуратурой края.